Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ն այսօր պատիվ ունի հյուրընկալվելու Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Հյուրեն Կալհարկիտակ եւ մեր զրուցակիցն է թատրոնի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Բարև ձեզ, Սպենդիարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Օրբելյան, մի բարի լուրով սկսենք, պարզվեց, որ 1 տարի ժամկետով երկարացվել է ձեր պայմանագիրը և 1 տարի ավել եք մեր թատրոնի համար աշխատելու, այդ մասին եմ ուզում խոսել. Да, мне тоже очень приятно об этом было узнать, так что вот это хорошая новость. Много работы, сейчас начинается сезон аттестации, раз в 3 года мы должны делать аттестацию, так что это мы сейчас собираемся делать в это время, ближайшие несколько недель. Так что по поводу планов, вот сейчас у нас, ну, старые боги балет, мы, значит, готовим, тоже вот немножко сдвигается наш график из-за каких-то таких случайных, ну, вещей, которые случились, вот болезнь Вилена Галстяна и так далее, так что немножко сдвигается наш график. Но будем работать, будем все это делать, и у нас еще планы есть на другие постановки, которые мы очень хотим сделать. Я не оставил идею сделать новую постановку «Ануш», которая будет более мобильная, ну, можно сказать, возможно, будет ее возить. Потому что наша, которая сейчас есть, я уже об этом говорил, она уже достаточно старая и очень громоздкая. Так что мы об этом тоже будем разговаривать. И сейчас, значит, тоже будем делать постановку оперы «Алмаст» к 150-летию Спендиаряна, значит, используя оригинальные декорации и, значит, панно и костюмы Сарьяна. Так что это будет очень красиво, я уверен, что это будет в нашем репертуаре уже совершенно по-другому выглядеть, так как это выглядело изначально в первой же постановке. Պարոն Օրբելյան, կարծես թե թվում էր ամեն ինչ իր տեղն է ընկել, հա, այս վերջին 1 տարվա ընթացքում այս իրադարձություններից հետո, երբ որ փորձում էին ձեզ այսպես ասած նեղացնել, հիմա ինչ որ անանուն նամակներով են փորձում ձեր աշխատանքը խոչընդոտել, այդ ինչ անանուն նամակներ են, այդ մասին էլ գուցե խոսենք։ Я всегда считаю, что если, тем более, анонимные письма приходят, значит, я что-то делаю правильно. Потому что иначе никто не обращает внимания. Если никто не пишет, никто не жалуется на какого-то директора театра, это значит, что этот директор вообще ничего не делает. Так что, когда ты что-то делаешь, конечно, кому-то нравится, а кому-то может и не нравится. А главное, совершенно не подавать никакого значения, никакого внимания, не обращать на это, потому что, ну, как и президент страны или премьер-министр, каждый день кто-то хвалит, а кто-то наоборот. Так что здесь обращать внимание на это совершенно не имеет ни малейшего смысла, потому что, тем более, анонимные письма. Анонимные письма — это смахивает на Советский Союз, и так что, если здесь будет принято в газетах писать анонимные, значит, обращения, которые обращаются по поводу, например, какого-то директора театра, но не подписываются, это, мне кажется, смахивает на советский период. Так что и менталитет людей, очевидно, еще остался на том, вот, как сказать, базе своего собственного формирования. Они и будут. Значит, аттестация — это совершенно нормальная вещь, которая происходит по закону не менее, чем каждые 3 года. А может быть и раньше. В любое время, когда генеральный директор и худрук, значит, решают, что это нужно по тем или иным причинам. Так что это совершенно нормальная вещь во всех артистических заведениях бывшего Советского Союза, надо сказать. Законы одинаковые везде, и в Москве, и в Петербурге, и в Минске, и в Ереване, и в Тбилиси. Законы не изменились. Так что если кто-то сопротивляется этим законам, это значит, что или они боятся по какому-то поводу выступить при своих же народных артистов, это же не инопланетяне приезжают их слушать, значит, или они, значит, боятся за то, что они не соответствуют, можно сказать, тому уровню, или вот те, которые очень хотят спеть, это которые хотят повысить свой уровень. И у нас есть те, которые молодые певцы, которые поступили уже там 2-3 года назад или там больше там лет тому назад, еще до меня или во время меня, которые хотят тоже, значит, повысить свою категорию, потому что они сейчас стали петь главные роли и так далее, и так далее. Так что здесь много причин, почему аттестация может быть людям неприятна, но это факт жизни, и это есть во всех учреждениях. Это не только здесь, в этом театре. Պարոն Օրբելյան, երբ որ նշանակվեցիք այդ ժամանակ որպես տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար, այդ ժամանակ սկսվեց այն հետաքրքիր աշխատանքը, դրսից հրավիրում էիք հայտնի մարդկանց, ովքեր այստեղ վարպետության դասեր էին անցկացնում։ Հիմա կշարունակվի կրկին, որովհետև որոշ ժամանակով դադար էիք վերցրել։ Да, я думаю, что следует сказать о том, что строить что-то очень сложно. И это все получилось у меня очень быстро. И гастроли в Большой театр, и наши вот выезды в Дубай, и новые постановки, и приезд постановки из театра Станиславского, и приезд замечательных режиссеров, и коучев, и разных людей. Значит, это все, я должен сказать, это было сделано за мой личный счет. Но я понял, что здесь сейчас финансовые возможности здесь немножко изменились, и они могут сами платить, очевидно, значит, министерство за эти вещи, они, может быть, не нуждаются. А так как я пришел всего, ну, не знаю, недели 3 тому назад я вернулся на этот пост директора, так сейчас будем выяснять, каким образом мы будем продолжать вот этот курс, который был безумно нужен, и безумно вот требуется вот в нашей артистической сфере вот общение с международными вот музыкантами, международными фигурами, те, которые с удовольствием сюда приезжали и с удовольствием приедут сюда, но для этого нужны какие-то вот минимальные условия. Значит, если многие приезжали первый и второй раз как бы по дружбе ко мне, сейчас они, значит, если уже мы хотим их использовать на какой-то длительный срок, ну, как любой человек, который приезжает куда-то на работу, познакомиться ради моей вот дружбы вот с ними, они приезжали, тот же Пало Мичеке, который потом у нас поставил и нашу замечательную «Реквием Верди», значит, и нашу Моцарта, значит, «Волшебную флейту». Вот Жагерс, который покойный, который приезжал и работал над нашим «Манон», значит, световики, не знаю, электрики, которые приезжали тоже работать над той продукцией. Возможности есть, всегда пригласить. Это, конечно, нужны для этого финансы. И сейчас будем опять работать и добиваться этих финансов. Ну, как я говорил, уже многие контракты, которые были уже подготовлены, я отказался от них, потому что я не был директором. Если я не могу отвечать, если я не директор, так я не могу подписывать ничего и ручаться главным образом за то качество, которое должно быть на этих гастролях. Если я не директор, я не могу этим вопросом руководить. Так что вот это все опять возобновляются, эти контракты. Они должны тоже понять, что они могут довериться нынешней ситуации, что опять кто-то меня не снимет завтра по какому-то непонятному поводу. Так что это вопрос доверия сейчас. И, значит, мобильности наших спектаклей. Вот на сегодняшний день самые мобильные из наших спектаклей — это вот наши балеты. Потому что они не требуют такой тяжеловесной вот, перевозки. А оперы, вот те, которые мы могли бы повести, вот та же «Ануш», требуется новая постановка, чтобы мы могли физически ее не 4 контейнера, а в одном контейнере, можно сказать, отвезти. Потому что, кстати, вот я когда был в Соединенных Штатах, и потом я встречался вот случайно с Варчапетом, с Николом Пашиняном, значит, и мы говорили о том, что надо вот «Ануш» повезти в Соединенные Штаты. Это было бы очень правильно, очень своевременно. Это было бы именно то, что надо было бы нам сделать для того, чтобы и не то, что только отблагодарить американский народ за то, что в Конгрессе проголосовали за принятие вот решения по геноциду, но и просто всем тем армянам, которые ждут это, потому что не было. Было один раз, может, в Лос-Анджелесе, не знаю, там 30 лет назад, и где-то, может быть, еще ставили «Ануш». А так нужно сделать так, чтобы эти наши наши такие вот самые важные музыкальные произведения, чтобы они звучали, и не только в Соединенных Штатах. Здесь есть и поближе места, в том же Бейруте, в том же Париже, где есть, в Лионе, где есть чудесные армянские и не только армянские общества, которые будут с удовольствием слушать наши произведения. Так что все это вопрос очень долгого и кропотливого, настоятельного, можно сказать, такой работы. И надо сделать так, чтобы это опять что-то получилось. Так что будем работать в это направление. Տեսեք, արդեն վերջին օրերին ամբողջ աշխարհում պանդեմիա հայտարարվեց, и վերջ օպերային թատրոնում ինչ իրավիճակ է? Ну, еще неделю назад у нас полные залы были на «Волшебной флейте» и на «Маскараде-балете». На «Ануш» был очень хороший зал, много очень народу было 2 дня тому назад. Но я думаю, что главным образом сейчас людям очень бдительно относиться друг к другу. Как Рубен Бабаян из кукольного театра, он, значит, запрещает всем целоваться, обниматься и рукопожатия, и все такое в своем театре. Там всем работникам запретил. Так что я думаю, что мы должны тоже сделать такую разнарядку, и чтобы, значит, главное дистанцию маленькую соблюдать. Между людьми все время руки, значит, мыть не только этим, ну, как бы спиртом промывать, но и, значит, руки мыть, именно рыть. Но потом обязательно иметь тряпочку, чтобы открывать двери и все такое. Это все ужасно, это все, но мы живем сейчас в такой реалии, и мы должны это все сделать. Потому что другие вот страны уже как бы позакрывали вот театры, даже Метрополитен Опера закрыли на 20 дней. Это небывалый случай. Все университеты в Соединенных Штатах большие, во Франции, Венская опера закрыта, в Германии тоже еще не закрыли театры, но делают спектакль и показывают на этих самых, по бродкастинг, то есть simulcast показывают, что люди, которые купили билеты, могут пойти онлайн и смотреть этот спектакль. То есть на сцене и оркестр играет, хор поет, и солисты поют, но просто публики нет в зале. Что, конечно, очень обидно для артистов, и это ужасно. Вообще, это хорошая идея нам делать просто трансляции по Фейсбуку. И, значит, может быть, мы так и будем делать, если как бы разрешат нам работать, и не будет много народу в зале, но, может, и так или иначе, даже если будет народ в зале, можем делать наши Facebook-трансляции. Так что будем так, наверное, чтобы людям все-таки могли наслаждаться нашими балетами, нашими операми, нашей музыкой. Конечно, обидно для артистов. Я просто как человек, который на сцене живу всю свою жизнь, обидно, когда нету аплодисментов и нету вот этого фидбэка. Там получается такая странное немножко состояние, но будем выкручиваться. Значит, у нас «Старые боги» сейчас планируется на начало июня, и даже более конкретно 7 июня, потому что традиционно 6 июня день рождения Хачтряна. Так что всегда мы знаем, что много мероприятий вокруг этого дня. А 7 июня у нас будет «Старые боги». Это уж точно. Պան Օրբելյան, այս տարի լրանում է հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակը, այդ արդիվ հետաքրքիր է Օրբելյանների տոհմից որևէ մեկ առնչություն ունեցել է հայրենական պատերազմի հետ? Мой папа просто воевал, он был в Красной армии, и он 4 года был в немецких лагерях. Так что прямое отношение наша семья имеет к войне и к победе. И мой дядя, хотя он был молодой, он играл, значит, с эстрадным оркестром Армении под управлением Артемия Айвазяна, значит, когда они объезжали места, где были войска. Так что это все в воспоминаниях. А отец просто наяву рассказывал. Уже не говоря о моей маме, которую немцы просто забрали из Харькова, будучи молодым специалистом. И она работала в немецких лагерях, значит, ну, где были и украинцы, и русские, и армяне. И Значит, и потом после войны оказалась в армянском лагере, где она познакомилась с моим отцом. Так что мне очень повезло в этом отношении. Вот война мне помогла родиться. Так что хочу сказать, что всю жизнь это война, и все, что они пережили, они мне рассказывали про все это. И это почему я начал свой такой проект вот с Дмитрием Хворостовским к 60-летию, потом к 65-летию и к 70-летию окончания войны. И вот мы тогда приезжали сюда. Значит, 12 мая у нас был концерт именно здесь, в оперном театре, с ансамблем МВД и с хором МВД. Значит, и Дмитрий пел 12 мая 2015 года. Так что что-то мы, я думаю, в этом сезоне тоже придумаем интересное, чтобы сделать здесь для ветеранов, потому что это память и то, что наши, можно сказать, предки, наши родители в моем отношении, в моем случае деды, бабушки сделали, это никогда никто не забудет. Իսկ որտեղ են հա թաղված Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում? Похоронены в Калифорнии. Мои родители похоронены в Калифорнии. И, значит, мой дядя, который, к сожалению, скончался 24 апреля 2014 года, он скончался в Глендейле, но мы его непосредственно тогда похоронили здесь, в Пантеоне, на Комитасовском. Так что он здесь. Он здесь. Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, այսօր Հյուրեն Կալվել էինք Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում եւ մեր զրուցակիցներ թատրոնի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։